Уважаемые жители Кировской области, мои земляки, разрешите вас от имени фракции Компартии Российской Федерации в Законодательном собрании от себя лично поздравить с великим праздником Днем Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. 9 мая эту весну принесли наши воины, наши отцы и деды в Берлин и в Европу. По сути дела, для всего мира эта весна оказалась счастливой, победоносной для нас и для всего народа земного шара. Поэтому еще раз хочу вас поздравить с этим праздником, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и удачи во всех делах. С праздником, дорогие товарищи!